Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцем моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемый, славим оглаголовшего пророки, воедино Святую Соборную Апостольскую Церковь, исповедуйте на крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. На Тя, Господи, уповаю, да не постыжуся вовек, правдой Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, вскори изъяти мя, будем и Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя, яко держава моя и прибежище мое, еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя, изведешь мя от сети сия и ужас крышами, яко Ты еси защититель мой, Господи. В руце Твои предложу дух мой, избавил меня си, Господи Божий истины, возненавиделось и хранящие суеты вообще, аж же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрелось и на смирение мое, спаслось и от нужд душу мою,
и неси меня затворил в руках вражьих, поставил и си на пространне нози мои, помилуй меня, Господи, як оскорблю, смятися яростью ока моя, душа моя и утроба моя, яко исчезе болезни живот мой, и лето мое воздыхание, изнеможе нищетою крепость моя, и кости моя смятошася, от всех враг моих бы поношение соседа моим взяло, и страх знаемый моим, видящий меня вон бежаша от меня, забвен бых, яко мерт от сердца бых, яко сосуд погублен, яко слыша гождение многих живущих окрест, нигда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аже на тя, Господи, упала грех, ты си Бог мой, в руку твоей жребии мои, избави меня из руки враг моих и отгонящих мя, просвети лице Твое на раба Твоего, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделалось и уповающим на Тя пред сыны человеческими. Скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Своего граде ограждения, а жерех во иступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышалось и глас молитвы моей я, нигда воззва к Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излиши творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Господи, прибежище было си нам в род и род, прежде даже горам не быть и создатися земли и вселенней, и от века и до века ты си. Не отврати человека во смирение, и рекл еси, обратитеся, сынови человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижений лето будут утро, яко трава мимо иди, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезухом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положи на себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезухом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множая их труд и болезнь, яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою таков скажи мне, коварное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся, во вся дни наша возвеселихомся за дни вняже смирил ныси, лето вняже видиком злая, и призри на рабы Твои и на дела Твои и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, ви заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавите от сети ловчие, словесе мятежно, плечма своима осенит тя и под крыле Его надеющийся, оружием обыдет тя истина Его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны Твоей, а тысяча и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится, обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище Твое, не приедет к Тебе зло и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь камень ногу Твою, на аспиды Василиска наступишь и попереши льва и змея, яко на мя упала и избавлю и, покрыю, яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есть в скорби, измуй его и прославлю его, долготою дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице, единому славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего и на все.